член Президиума Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации, директор Государственного музея-заповедника Шолохова. Знаете, как однажды на одном из своих юбилеев дед сказал, тут уже обо мне столько всего хорошего сказали, что мне трудно что-то добавить. Я последние 3 часа перед началом нашего замечательного действа провел в Гатчинском дворце. Провел его со своим коллегой, другом, директором Василием Панкратовым, который показал мне Гатчинский дворец от тех залов, которые сейчас открыты для посещения, до тех проектов, которые он ставит перед собой, пытаясь возродить это удивительное творение. И я каюсь сразу перед кем я должен был появиться немножко раньше, но я не мог оставить это удивительное ощущение. Ощущение сотворчества. Ощущение соучастия в том, что создали когда-то твои предки, и то, что ты сейчас можешь возродить. Я думаю, гатчинцы меня очень хорошо понимают. Литература и кино – это тот же самый процесс. Так получилось, что предыдущий день я встречался с читателями Гатчины. И мы говорили о том, что такое литература. Литература – это процесс сотворчества, соучастия. До тех пор, пока книга не ожила в ваших впечатлениях, пока вы не создали образ того, что написал писатель, это мертвый лист бумаги. И до тех пор, пока режиссер и вся его огромная труппа не создала фильм, вы не можете почувствовать то, как это же произведение прочел кто-то другой. И я думаю, название этого фестиваля, его смысл, его суть – это сотворчество. Все, кто собрались в этом зале, все, кто в него не попал, все, кто в него попадут в предстоящие дни, это люди, которые хотят творить, для которых литературное произведение – это не мертвый томик, стоящий красиво на полке. Это возможность стать творцом самому. Мне очень хочется пожелать нам всем этого замечательного чувства соучастия, сотворчества и, главное, видение его результатов. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо. Не уходите, пожалуйста, потому что у нас для вас тоже есть маленький сюрприз. Мы приглашаем на сцену вице-президента Межрегионального общественного фонда «Центр национальной славы» и фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного Залину Григорьевну Медоеву. Дорогие друзья, дорогие гатчинцы, гости фестиваля, я хотела бы от имени наших фондов, Центра национальной славы и фонда Андрея Первозванного, приветствовать всех участников. Фестиваль объединяет действительно замечательное сообщество, где присутствуют и режиссеры, и операторы, и кинокритики, и деятели искусства. И в воде уже 21 год проводится этот фестиваль, и из городского, в общем-то, в свое время события, он превратился в событие всероссийское, и я надеюсь, что перерастет и в международное, потому что тема, которую поднимает наш фестиваль, она действительно очень созвучна: сохранность национального кино, важность литературы. Она на самом деле, я думаю, у нас есть единомышленники не только в России. Центр национальной славы и наш фонд поддержали в 2011 году этот фестиваль. Мы с удовольствием принимаем участие. И я хотела бы сказать, что у фестиваля очень важная миссия.
сохранения традиций, культурно-исторического просвещения российского общества. И нам выпала такая честь, специальный приз за вклад сохранения и развития традиций просвещения российского общества, который мы с удовольствием вручаем внуку замечательного нашего писателя Андрею Михайловичу Шолохову. Спасибо большое, Залина Григорьевна. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо. Да, если можно, я просто добавлю, что для меня это особенно почетно и действительно сюрприз, потому что один из первых орденов Андрея Первозванного, врученных этих фондов, это было еще в 90-х годах, был мой дед Михаил Александрович. Спасибо. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо. Ну а, дорогие друзья, мы продолжаем наше открытие. И на сцене скрипач-виртуоз Виктор.